Рок-фестиваль «Нашествие» стартовал сегодня в Тверской области. Не менее 200 тысяч зрителей, по данным организаторов, посетят Большое Завидово в эти три дня. Три сцены, почти 150 музыкальных коллективов, в том числе, по традиции, самые титулованные в стране. Кроме концертов, в программе кино, спортивные соревнования, а также выставка военной техники. Бронетранспортеры, гаубицы, комплексы связи, реактивные системы залпового огня. Завтра и в воскресенье полчаса высшего пилотажа в исполнении знаменитой группы «Русские витязи».